Приветствуем вас, дорогие наши YouTube-зрители. Перед просмотром прошу поставить лайк этому видео, и если не сложно, подпишитесь. Я буду вам очень благодарен. Практически ежедневно мы стараемся публиковать свежие новости из мира шоу-бизнеса и кинематографа. Сегодня случилось горе. 23 июня, в светлый летний день, оказался до боли трагическим. Народный артист Украины умер в возрасте 68 лет. Алексей Рубинский скончался в Харькове во вторник, 22 июня, после продолжительной болезни, передает портал Украина. Из-за недуга артист лишился слуха, но продолжал работу в кукольном театре имени Афанасьева. Коллеги актера выражают соболезнования его близким и отмечают, что он участвовал в постановках буквально до последних дней жизни. Чтобы Рубинскому было проще ориентироваться в происходящем на сцене, его товарищи согласовали некоторые визуальные и тактильные жесты. Понимал, что это его партия и нужно работать. Театральной карьере Алексей Юрьевич посвятил более 40 лет. За это время он сыграл 130 ролей. Кроме того, он успел сняться в нескольких кинопроектах: «Исповедь дьявола», «Ситуация 202», «Распятые», в двух частях милицейской академии, «Когда боли уснули», «Высшие меры», УВД «Курс молодого бойца». Нет слов выразить, как глубоко мы скорбим о его смерти. Мы даже представить не можем, насколько сильным ударом стал его уход для родных и близких Алексея Рубинского. Он был образцом такта и милосердия. Мы счастливы, что он реализовал себя в этой жизни как талантливый артист. Мы будем помнить Алексея Рубинского. Светлая память.